Теперь я еще раз глядя вот на это на это чудо, посмотрите на это чудо, да. Нет, увидит, обидится, скажет, нашел фотографию. Ну пусть вот это. Итак, закалка заключается в следующем. У каждого из мужчин между ног болтается, и на П называется писька. Вот. Вместе с двумя яичками. Я не стал грубо говорить. Вот. Я говорю очень вежливо. Писька с двумя яичками. Вот эти яички, они у мальчиков, у современных, находятся в очень неправильном положении. Вот. Вначале подгузники, вначале памперсы, потом тесные трусы, плавки создали искусственную брюшину. Вы знаете, когда яички не выходят из мальчиков, наружу не выходят, бывает, остаются в брюшине. Ребенок остается бесплодный, и он уже не настоящий мужчина, потому что у него не развились нормально половые органы, железы, и у него очень мало мужских гормонов в крови. А мужские гормоны – это и ум, и сила, и смелость. И прочие качества, и физические, и моральные, и физические, и умственные. Вот. И вот это то, что последние десятки, уже не годы, десятки лет были созданы условия для искусственной брюшины у миллионов, у всех, несколько, уже последние пару поколений мальчиков, привело к тому, что началась деградация общества, о которой мы не догадываемся. Я имею в виду, не догадываться, абсолютно большинство. Да и какая-то проблема не существует. Процент геев растет. Те, кто не стал геями, они вместо сильных, благодаря вот этой искусственной брюшине, так называю, памперсы, подгузники, тесные трусы, плавки, теплая одежда, это, поза, когда большую часть времени ноги зажаты, и тоже создают, представь себе, ноги зажаты. Почему? Потому что мы сидим и мало двигаемся. Вот. А яички должны все время быть при температуре на несколько градусов сниженной по сравнению с температурой тела. Так устроила природа. Посмотрите на наших родственников, на собак, лошадей и прочих этих самых мужских представителей животного мира. Вот. И у нас то же самое должно было развиваться. Сейчас идет деградация мужчин как мужских организмов. И потомство. Мужчины слабеют. Это еще и горе женщин. А женщинам нужны самцы. В том числе не только умные, но и физически сильные, и сексуально сильные. Это здоровье, настроение, здоровье всей нации. Вот. А это, скажем, годом хуже-хуже. ЛГБТ, знаете, что такое? Лесбиянки, вот, геи и прочие трансвеститы. Это все давляет над нами. Это даже лидеры становятся слабее и слабее, потому что селекции больше нет. И лидеры выбираются из слабых мужчин. Вот, и происходит то, что происходит. Мы будем уничтожены, задавлены. Более продвинутыми с физической точки зрения нациями. Намекать не надо. Вот. Вспомните, что весь Китай занимается уличными тренировками, а у нас, вот это я и хотел сказать, это настоящее горе, это настоящая беда России. Вот. Потому что уже к власти пришли, я их называю памперсниками, то есть мужчины, которые выросли в памперсах, которые по Фрейду не развивались. Вот. В основном психика их осталась детская у мужчин взрослых. Это капризность, это слабоволие, вот. Это невозможность дать потомство. Многим помогают, только они этого не знают. Вот. И
хотел даже одну грубую поговорку сказать. О чем думает жена профессора, лежа под этим, под сантехником. В общем, поняли, да? И без, да можно не продолжать. Это грубо, но справедливо. Но, вернее, жизненно. Я на этом заканчиваю, друзья. Еще раз скажу, у вас есть дети. Проследите, чтобы когда они в одежде, у них не было под одеждой трусов. Это очень важно. Трусы плюс обычно даже в садике, я сам сколько детей водил в садик. Это требование буквально. Трусы, а сверху шорты. Или трусы, или шорты. Вот так должно быть. Спать без трусов. Только без трусов. И много-много чего еще. Образ жизни физически. Двигаться, двигаться, двигаться. Вот, чтобы оно между ног болталось и охлаждалось. Это очень важно. Я сейчас говорю со взрослыми людьми, не с детьми. Все, до свидания, друзья.